Так, мы продолжаем сюжетную линию Watch Dogs, которую я не прошел. Из-за бага. Попробую еще раз. Да. Хорошо. Уже почти. Из этого проклятого места. Мать твою, снайпер! Что за хрень? Если парнями шутки плохи, Эйден! Что ты там все копаешься? Убери! Вот и все, и баг пропал. Все нормально работает. Эй, говорил тебе, звездец близко. Вот, окажите честь. Погоди, да погоди. Пойдешь в портфолио. Давай. Офигенно. Ну, идет в портфолио. Хрень какая-то. А не взрыв. Да мне просто понравилось. Блин. Эй, извини, что все так вышло. Забей. Я уже столько всего терял в этой жизни, что меня это не парит. Завидую тебе. Я бы тоже так хотел. Если честно, чуть кирпичей не навалил. Но я рад, черт возьми. Несмотря ни на что, я свободный человек. Буду должен. Привет, Чикаго. Да, отписка для меня будет? Ну, есть старая станция сети ОС. Не бункер ли? Пойдет. Хочу уже сам увидеть эти файлы, из-за которых начался такой сыр-бор. Только не забывай, Тимон. Это выкуп за мою сестру. Можешь не волноваться. Ты мне помог. Моя очередь. Вот мы его подсели. А. Взяли свою команду одним словом. На один. На время залечь здесь. Это кто? Не знаю. Она связана с одним старым делом, но кто-то не хочет, чтобы я понял, как. Вижу, все хорошо. А мне ты расскажешь, что случилось? Шпионаж, подкупленные копы, куча взрывов, милая. А ты кто?
Это Клара. Клара, это Тибон. Также известен как легендарный Реймонд Кинниш. Тибон? Не все тут у нас красавцы, детка. Нет, я... То есть... Блин... Я твой фанат. О, шанты. Ну-ну. Что случилось? Там был Дэмиан. Что? Как он узнал? Без понятия. Он мутит что-то. Похоже, с блеф. Ты мне не говорил. Погодь. Погодь, погодь. Выкладывай, во что ты вляпался. Без шуток, или хрен тебе, а не помощь. Так? Дэмиан и Блюм? Об этом можешь не волноваться. Я сам решу, о чем мне волноваться, Эйден. Послушай, мне нужно имя на сервере. Так что с тебя расшифровка. С меня файл. Ну, есть одна заковыка. Эй, нам никак без эксперта. Там использован именно твой шифр. Нам нужен Реймонд Кинниш. Ты уверен, что сможешь добыть этот файл, не попавшись? Нет. Ну, хотя бы честно. Все, тогда вперед. А Клара пока кое-что мне прояснит. Спасибо. Так, вот оно и закончилось. Это видео добавлю как... Это видео залив 80-е. Как, 80-е тоже? Ну, хер себе. То есть заебусь там. Где тебя носило? Помню. О, сочувствую. Я собираюсь бросить ремонт. Ты мне нужен. Ты мне столько не платишь, и я еще пожить собирался. Да не паникуй. Ты снайперка. Опять? Ну, это еще ладно. Да. Угадай, где я. Да куда уж. С нашим старым другом. Морис? Дай его. Говоришь, не отпущу. О, нет. Черт, ну же. Я не знаю. Поймите, я попал. Все вижу. Вижу эту девочку, и она. Все смотрит на меня. Заткнись. Я сказал, заткнись. Все, хватит, найди на место. Боже, что ты ему сказал? Встретимся там. Вроде. Ладно, договорились. Так, на этом все заканчивается. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если это вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если вам это надо. Всем спасибо, всем пока.